Военные пенсии, списание транспортного налога и оформление жилья. Команда Фонда «Защитники Отечества» провела прием граждан в Ставропольском районе, сообщает телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской». Взялись за решение проблем бойцов и их семей совместно с главой Ставропольского района Вячеславом Киреевым и опрокурора района Дмитрием Репетевым, депутатом, военным комиссариатом и врачами. А после встречи отправились в гости к ветерану СВО. Алексей получил серьезные ранения, у него огромная семья. Команда самарского филиала Фонда «Защитники Отечества» поможет адаптировать дом Алексея для его комфорта. Также в скором времени мужчина пройдет диспансеризацию и реабилитацию в санатории. В 2025 году жители Самарской области смогут записать ребенка в летний оздоровительный лагерь через региональный портал госуслуг, сообщает Департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Спрос на эту услугу ежегодно растет, в связи с чем требуется оптимизация процесса получения льготных путевок без личного посещения различных учреждений. Благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета на региональном портале государственных и муниципальных услуг появится сервис, на котором можно будет забронировать ребенку путевку в летний лагерь. Сервис должен обеспечивать полный и бесперебойный цикл получения услуги в электронном виде. Администрация промышленного района сообщает, что самарцы могут оформить единое пособие на ребенка на портале госуслуг. В 2023 году Самарская область перевела в электронный формат 87 массовых социально значимых услуг, которые оказываются органами исполнительной власти, местного самоуправления и иными организациями региона. Чтобы оформить выплату, достаточно зайти на госуслуги, заполнить заявление и добавить недостающую информацию. Выплата предусмотрена для семей с невысоким уровнем дохода и объединила несколько мер господдержки. Пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, ежемесячную выплату при рождении или усыновлении ребенка до 3 лет, пособие на ребенка от 3 до 8 лет, ежемесячную выплату на ребенка от 8 до 17 лет.